Здравствуйте, дорогие мои. Здравствуйте, дорогие Меня мои. зовут Паша Меня зовут Паша Сергей. Сергей. В этом году В этом мне году уже мне уже исполнится исполнилось. 53 года. Жизнь как миг один миг пролетает. Более 20 лет я занимаюсь сетевым бизнесом. Я что-то с одной компанией мало встречал, то в другую компанию уходил, то переходил, переходил. Где-то я достигал успеха, где-то я был так на высоте и уходил оттуда. Почему, не знаю. Есть какие-то определенные моменты, когда ты ну, тебе уже больше ничего не интересует, и ты уходишь. А в феврале 23-го года у меня была такая задача, как бы по моим пятам, по моим следам, шли такие два недруга. Инфаркт, то ли инсульт. Ну, что-то такое серьезное. Я что-то себе очень много так работы набрал. И там, и ночью, и днем работал, работал, работал. И чувствую, что меня, ну, прибило так. И я начал искать вот что-то для сердца, что-то для сосудов, что-то от давления. Как-то вот не мог ничто нигде найти. И когда ты что-то себе в голову, какую-то задачу поставляешь, ну, ставишь, то мозг, он постепенно ищет ответ на этот вопрос. Я просто как бы дал задачу, ну и дальше продолжал заниматься делом. И здесь созвонился со своим очень хорошим другом Аликой Середой. Она сказала, что она в сибирском здоровье. И что как бы. Я говорю, замечательно. Скажи, куда мне приходить, куда мне идти? Она вот на, по-моему, метро Октябрьская, Якиманка. И я в этот же день собрался, поехал, оказался в центральном нашем офисе на Якиманке. Мне все понравилось. Мне все хорошо. Там я встретил Светлану, Валеру, еще Олю. Короче, ну, мы все друг друга знали. Ну, с Валерой я так познакомился. Для меня ничего нового такого не было. Я все прекрасно понимал, я все прекрасно знал. До сих пор знаю, что нужно делать для того, чтобы у тебя был рост. А на тот момент меня интересовало одно. Как избавиться от давления? Потому что на прошлом медицинском обследовании мне врач, я помню, когда все уже пошел, терапевт мне смотрит, так молодой человек, вы же гипертоник. Не знаю, меня я его хорошо чувствую. И вот через 2 или 3 годика вот это слова гипертоник для меня стали такие, как бы, ну, не очень хорошие. И я понял, что что-то нужно делать. И когда я зашел в центральный офис, там как бы он сразу магазин, мы с Ликой пошли. Лика как бы мне больше уже не нужна была. Я оказался вот в этом магазине. Вот когда на что глаз лег, вот сразу пульс бог. Как бы что это такое-то? Сердце, вены, сосуды. И вот с 23-го года, февраль это уже пошел 2-й год, неизменно я употребляю пульсбокс. Пульсбокс это тот продукт, который позволяет вам действительно, вот, когда идет нагрузка на организм, на вас, ну, на все наши вот органы внутренние, а все так же вот на сердце, да? Я тут узнал, сердце за сутки перекачивает 9,4 тонны крови, представляете? 9 тонн. А прогоняет кровь, вот это вот сосуды, все вены, вот это артерии, 100 тысяч километров. Вот такая длина. И это вот все сердце, понимаете? Это мышца все работает. Как вы думаете, нужна ей поддержка? И вот в течение года у нас у сетевиков там нужно не кушать, не употреблять, не принимать, а жрать. Я просто жрал. Я вот все деньги вот упихивал туда. И что самое интересное, в Самбире Wellness у меня у мамы уже лет 20 мы с мамой боремся с таким недугом, как сахарный диабет. Там были там у нее серьезные проблемы. И вот с помощью продукты Самбири Wellness, вот именно для тех, у кого есть такая задача, сахарный диабет, там не избавляйтесь, нет, но это уже очень, вот, в течение года я уже чувствую, что мы сгладили, там такие есть вопросы по сахару, по этому вот, там сахар очень буйствует в организме, вот это там есть, которое вот это сейчас как бы снижает, вот, снижает, правильно. И в сентябре 23-го года, да, в сентябре, я ездил в Питер. Там было такое грандиозное мероприятие. Компания отмечала 27 лет в Ледовом дворце. И когда туда съездил, у меня в башке раз, тумблер, чик, сработал. Ну, думал, блин, компания сильная, мощная. Раньше я как-то расслышал о сибирском здоровье. Думал, такая какая-то полуподпольная. А тут я увидел, что действительно такой мировой лидер, мощь.
И Лика, она, обратите внимание, как она сделала, она не просто сказала, что она занимается верхотуром, она мне прислала сначала интервью с Гроховской, с нашим основателем, с нашим президентом. Я прослушал, блин, ну лидер вообще классный, мне вообще, мне так понравилось, как она говорила, так тихо, спокойно, без пафоса, да, вот спокойненько, так, тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун, сама начала какого-то бальзама, да, и до такого... компания, она, я не могу сказать, что я просто считаю на сегодняшний день это мировой лидер по пищевым добавкам. Такое разнообразие, такое направление для всего. Есть программы и все. Самое, что интересно, у меня коллега, женщина, она работает сторожем, у нее что-то там было с Содором, я сейчас не помню. Я позвонил в Новосибирск. Да, там коллеги вот этих врачей, мне дали консультацию по этому всему. Так, там в телефоне есть запись, я слал на запись. Все, что они наговорили, я переслал на клиенту. Мне вот это понравилось, то, что там есть очень большие специалисты, которые как бы, ну, не требуют чего-то там спорить, не спорить. Они как сказали, ты сразу это понимаешь. И еще есть такой немаловажный фактор, я... Там по весне как-то руку что-то сломал, там не сломал, лучевая там какая-то кость, ну, короче, гипс был. И мне травматолог говорит, я, ну, что-то там разговорились, я говорю, а как вы относитесь к Сибирску? Он говорит, сибирское здоровье это очень хороший продукт, это первый врач за всю мою жизнь, когда первый врач сказал, что сетевая компания с БАДами, говорит, да, это хороший продукт, употребляй. А еще у меня есть Соликамский на Урале, сослуживец, у него что-то с коленом. И он мне пишет, мне врач сказал, это, зайди в сибирское здоровье, там в каталог, и там, говорит, есть такой-то продукт. Это второй, да, вот уже, я такой думаю, блин, ну если врачи уже рекомендуют сибирское здоровье. И это только вот два случая, я еще слышал очень много случаев именно от врачей, которые рекомендуют действительно просто сибирское здоровье что-то приобрести. У меня ушли всякие сомнения, что вот именно здесь надо как бы. И вот с сентября, где-то вот с октября, да, я начал как бы не активно, но вот стал работать уже на создание своей структуры, приглашая партнеров, команду, начинаю с ними работать. И потом будет рост. Все будет. Но самое главное, что У нас такой бизнес, не ты пришел и сразу что-то стал зарабатывать. Нет, такого не получается. Здесь пришел, сначала работаешь над своим имиджем, приглашаешь людей, начинаешь работать с одним, с двумя, с тремя. Потом тебя уже узнают в каких-то сетях, тебя видят. И уже не, ты даже сам не понимаешь, поступают заявки. Как Татьяна Гор говорит, она говорит, заявки будут поступать. И даже выглядит, когда уже перестанете об этом думать. И да, я уже... 3 или 4 месяца, уже 5 месяцев, я очень активно сейчас в сетях стал светиться, стал записывать видео. И действительно, мне очень нравится продукция. Не то, что я восхваляю, это какую-то рекламу, туда-сюда. Нет, я получаю хорошие результаты. Вот в течение года я употреблял продукты именно, чтобы с давлением как-то обуздать. И знаете, что в течение года, вот за год, мое давление улучшилось. Я не могу сказать, что оно вообще как бы исчезло. Но такого не может быть. Да, как-то вот пару раз вот это возникало, но я старался великолепно чувствовать. Особенно с пульбоксом, это вообще, это просто бомба. Это, ну, я не знаю, там, я считаю, это в моем сознании, учитывая, что более 20 лет я сотрудничал с такими тоже мировыми лидерами, и у них был продукт. И тут в конце, вот это, в 23-м, тут еще много таких, ну, у нас таких событий, да, многие ушли из российского рынка. И тут я встречаю наш российская компания, наш российский продукт, наши российские ученые, сибиряки, создали такой продукт Pulse Box. Это сердце, вены, сосуды, это Святая Троица, это вообще, это просто, ну, я считаю, самый продаваемый, самый лучший продукт. Ну, а также, учитывая, если по этим боксам вообще пройтись, есть линейка боксов, да, это вообще просто мощь. И для зрения, и для... Вот, один, да, из боксов. Да, да, вот у меня вот все, они у меня все тоже здесь. Вот Vision, это для глаз. Это вот Pulse Box, это тоже для сердца. Вот Glucobox, вот они, Glucobox. Это у меня такая
стена моего потребления. Я специально создал на кухне здесь вот стена моего потребления. И я потребляю этот продукт. Я каждый день потребляю этот продукт. Я чувствую себя великолепно. Что мне еще нужно после 50 лет? Что-то как-то разговорился с одним человеком, а он мне говорит: а ты знаешь, Сергей, до 50 многие-то и не доживают. Вот и все. Вот хорошо. Ну, я думаю, на это заканчивать. Чего Да, размазывать? благодарю, благодарю, что поделился. Вот мы рассказали свои истории, больше чем уверена, что они вдохновят других людей и приведут новых партнеров к нам в команду. Да, я всем Да, желаю, я всех благодарю. приглашаю.